как в Минской области, так и в целом республике отмечается снижение зарегистрированных преступлений по всем направлениям, так и по линии направления уголовного розыска. Минская область в прошедшем году хорошо сработала по раскрытию убийств. У них не осталось ни одного нераскрытого убийства, которые были зарегистрированы в 2018 году. Раскрыли все тяжкие телесные повреждения. Осталось только нераскрытым одно разбойное нападение. Неплохо работали по линии профилактики, по линии безопасности дорожного движения, несмотря на то, что Минская область – это самый протяженный участок дороги, и где наиболее интенсивное движение. И эти профилактические меры позволили как бы снизить смертность и на дорогах, и аварийность на дорогах. Очень хорошо работали по профилактике преступлений в сельской местности, и наиболее, скажем так, защищены были жители, которые проживают в сельской местности от преступных посягательств. Нас на сегодняшний день активно, конечно, беспокоят преступления, которые совершаются в так называемых эти сферы. Значит, если в прошлом году у нас было зарегистрировано в целом по стране более 3000 преступлений в эти сфере, ну, скажем так, в эти сфере, да, то в этом году мы оцениваем и видим, что уровень преступности у нас вырос на практически на 1500, где-то 4700 зарегистрировано преступлений. Конечно, видя это, мы уже начинаем предпринимать определенные шаги, и впервые, значит, с сентября 2019 года у нас будет профильная подготовка сотрудников по этому направлению в Академии Министерства внутренних дел.